Слава богу, микрофон работает. Доброй ночи, дамы и господа. Приветствую всех, кого не видел на стриме. Продолжим Uncharted. Я думаю, за сегодня я постараюсь добить его, да пройти. Я, собственно говоря, после стрима лег, поспал, вечером проснулся, вышел купить, поесть, попить и вот. Пришло время постримить. It's time to stream. Да. Здорово, твитчат. Всем привет, кто подошел. Адуван, просто флеш. Анибаку. Сиракава, привет, чуваки. Чего поел? Да ничего особенного. Шаурмячную заходил. Взял там местные пиццы. Привет, Зифака. Привет всем, чуваки. Там в чате я смотрю активно. Стример еще мошнит. Привет, Стебенс. Стример мошнит на игру, да? Да, да. Ты не представляешь. Ты не был сегодня на утреннем дневном. Ты даже не представляешь себе, как же я мошнил на игру. Сколько я на нее вылил всякого говна. Да, там в чате смотрю, обсуждается тема про то, что теперь Twitch Prime не отключает рекламу при просмотре стримов. Да, чуваки, сегодня уже жаловались на это? Ну как не жаловались, обсуждали с сегодняшнего, по-моему, числа, что ли. Теперь этот самый не блокирует Twitch Prime рекламу. Только если у вас есть саб на канале, и плюс стример включил настройку, что чтобы подписчикам не показывалась реклама. Просто, возможно, есть жадные стримеры, которые не включают эту настройку, и все равно вам показывается. Сидишь вечером F5 нажал на стрим и увидел рекламу. Ну, если у тебя саб, то тебе не должно показываться реклама, по сути. Ну, у меня стоит настройка, по крайней мере, такая. Привет, Безбомбит. Вроде уже давно нет. Для тех, у кого давно Prime, до октября. Для тех, кто недавно Prime оформил в сентябре. Не у тебя. Ну, это в основном будут страдать мобильные юзеры. На десктопе-то можно отблок врубить, поставить. А вот с мобилы, конечно, придется страдать юзерам, да. Так, сюжетец. Что у нас там, какой сейф? Ну да, 14.35. Если отправишь мне смайлик. Да, я что-то читал новость какую-то. Я можно, короче, отправить на Сосноле какой-то символ, то ли символ, то ли смайл. И консоль, короче, PS4 то ли блокируется, то ли виснет. На всякие телефоны, айфоны тоже отблок есть. Там какая-то анальное сношение нужно сделать с настройками, с рут-правами, по-моему. Еще на PS4 смотришь Twitch, пришлось турбу брать. Бомбист. Отправил. Спасибо, Стеббинс. Но мог бы хотя бы не ругаться. Да. Бомбист, смотри, турбо стоит 10 баксов, да? Сколько стримеров ты смотришь, чтобы тебе платить каждый месяц за турбо? Ты мог бы оформить, по сути, две подписки на двух стримеров, мне кажется, вместо 10-баксового турбо. Турбо не дает ничего, кроме блокировки рекламы, по сути. А, это вообще значит «будь здоров» на украинском, а ну окей. Не знаю, по-моему, ну я бы сделал бы как. Я бы лучше просто оформил на тех стримеров, которые я больше всего смотрю. Саб по 5 баксов, чем платить 10 баксов Твичу за то, что они, что мне рекламу не показывали. А, ты на PS4 смотришь. Ну, короче, да. Что поделать. Но я не кликаю рекламу никогда вообще. Так что если реклама кому-то показывается, это ту, которую рекламу включает Twitch. Свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Как на iPad отблок сделать? Скорее всего, через какие-то, небось, прокси-серверы и так далее. Привет, Настя. Всем привет, да, чуваки. О, привод у PS4 перестал жужжать. Чего? Что надо сделать? А, потрясти геймпад. Что, 10 баксов за блокировку рекламы? Мне кажется, Twitch с некоторых юзеров вряд ли зарабатывает столько в месяц. Включаешь рекламу с дотерами постоянно. Да, скрытая промо дотеров. Привет, Рэндалл.
Ласхит не перхоть. Я не видел, кстати, ни одной рекламы. А, ну, потому что до этого... у меня... У меня был Prime, по сути. И с мобилы я особо не смотрел. Привет, Билирубин. Да, камон, что это? Да, только они на дне океана. Мне теперь постоянно так дергает геймпад? Это очень приятная тема. Стоп. Что? Тут... Ласхит тут перхнуть. Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. Реклама крипового фильма показывает рилиз стрёмный. Я на Ютабе видел, разве что реклама криповых фильмов. Это была реклама... Да, реклама криповых фильмов, это была реклама Хэллоуина. Да, но, видимо, мне нужно идти по следам, по которым они шли до этого. Окей, окей. Сорян, я не посветил. Ну, не видно было. Все бы ничего. Но что же они так скрипят-то? Прям как мой стул чат. Иди туда, где нет следов. Поняли, да? Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Мой стул из пещеры. Можно расслабиться. Перестала подгружать стрим, я кайф. Наверное, Twitch себе заработал просто с рекламы на новые сервера. Теперь у людей стрим не лагает. Елена, смотри, тут след обрывается. Коричневая тема. Вошли, и потом случился обвал. Ага, обвал. Но у меня по-прежнему есть гранаты. Может, кинуть гранат туда, нет? Эй, нам надо тут расчистить проход. Хотя все обвалится. Серьезно, вы сможете поднять такие камни и деревяшки? Рыли. Но я тоже так думаю, что не сможете. Поищем другой путь. Let's go to искать другой путь. Ну еще немножко. Ну не га. Опять дрочить геймпад. Слышь, включайся. Черт. Бля, он не хочет врубаться. Зажигалка Сэма все еще у тебя. Все, да. Фонарик умер. Отличная мысль. Ну. Давай. Давай. Да давай. Ну конечно, она пошла. Пока плыли сюда. У меня спички есть. Бля, откуда у нее спички? Она курит, что ли? А? Вот так. О. Вот так. Бля, почему она еще не разделась? Пока была темнота. А, прости. Секунду. Угу. Привет. Иди сюда. Ты где? Я не вижу ничего. Где? Это моя голова. Куда идти? О. Иду. О, нихера себе, она факел нашла. Какая умная женщина. Полезная в хозяйстве. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Ну, вообще-то у меня был фонарь и зажигалка. Я не виноват, то, что мой братец все выкурил по пути. Есть такое. Нельзя женился, да, но только посуду все равно нам самим приходится мыть. Ну, типа, это нехорошо. Не по статусу, скажем так. Так, собственно говоря, что нам здесь нужно? О, многообещающая дырень какая-то. Подсадить? Да. Блин, наверное, подсаживать с факелом не самая хорошая идея. Ну, поехали. О, жопа в темноте. Так, залезай. Посуда самая противная. Ну, только я и говорю, что... Спасибо. Какого хера Дрейк моет посуду? Пусть женщина моет. Осторожно. Да. Если посудомойки не купили, вот. Пусть занимается этим. Ты моешь посуду, она моет лапы собак. Какие собаки? У Дрейка нет собак вроде как. Ничего себе. Что это такое? Сам поел, пусть сам моет. Жуть, так они вместе какая? Ели. Он в итоге ее и свою тарелку мыл. Руки, что крали у меня. A hand that stole from me. Мне это не нравится.
воришек, что-то с воришками делали здесь. Кстати, про вот всякие такие игры я писал уже в Дискорде. Забавно, что на нового Tomb Raider уже скидка 34%. То есть это последний Tomb Raider, видимо, настолько говёно продался, что они спустя месяц уже делают скидку 30%. Я уже много раз говорил, что это, конечно, издевательство над людьми, которые покупают в начале вашу игру. Вообще, все желание отбивает покупать игры на старте. Смотри-ка, тут висельные клетки. Это клетки. Чего? Распродажа женских мигрени была? Нет, да мне вот. Сейчас на почту письмо пришло, что вот только скидка появилась. А эту распродажу, да, я видел. Там всякие таковы были и так далее. Это странная, конечно, распродажа. А где-то распродажа с мужскими персонажами. Что дискриминация? Стоп, это что? Сделайте распродажу. Чё? Чё? Я нажимаю. Чего? Я нажимаю. Я не помню, что произошло. Я вроде нажал. Там дым, что ли? Типа перекат, я вроде нажимал. Стоп, это что? Ну да, я нажимал, вроде странно. Видимо, что-то сглючило с геймпудом. Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. НДС включена в стоимость? Да. Смотри, Твич втихую почему-то. Это странно, то, что они нигде это не анонсировали. И под мои тоже? Хотя бы могли бы анонсировать, ну, то, что теперь НДС с вас не берут за подписку. Ну, теперь она не 5,89, а 5. Черт. Господи, я еще жив. Привет, Пайтач. Все нормально? Вроде бы да. У Твича же просто но есть ру-твиттер. Могли бы там... Может быть, просто законодательство поменялось? Потому что чисто в России, но я и говорю. О, у Твича есть твиттер для СНГ-сегмента. Неудивительно, что тут столько завалов. Ну хорошо, а то раньше подписка вообще дорого стоила. Эй, Нейт, я нашла короткий путь. Хоть почти думаю, лишний бакс не будет списывать. Ну, я же оптимистка. О, я точно так же примерно, короче, впервые... Впервые катакомбы проходил. В Dark Souls первым. Тоже был оптимистом и скатывался куда в глаза глядят, как говорится. Господи. Так. Так он не поменялись, Иксола пишет. Ну, либо, может, Иксола взяла на себя. Черт его знает, да? Ну, это хорошо. Позитивные изменения. Тут Эвери тоже все украсил. Еще одна экспозиция. Так. Дядя Лёша, я сомневаюсь, что за это ответственен дядя Лёша. Я думаю, что есть у Твича люди, которые работают СММщиками и так далее. Ну или, по крайней мере, отвечают за маркетинг. Да, но теперь кому пойти? Дядя Лёша, не, он не аккаунт-менеджер, он насколько... Ну, раньше, по крайней мере, был специалист по работе с партнерами Твича. Ну, вроде как, не знаю. Сейчас, может, другая какая-то у него должность. Не взрывайтесь, ладно? Ты только осторожней. Не взрывайтесь, это да. Как я выжил еще? Как я выжил? Че за бред вообще? Ну, я думал, мне надо катиться вперед, а оказывается... Ну ладно, окей. А, ну катимся вперед. Что здесь происходит? Здесь какие-то ловушки с мумиями, которые взрываются. Этим лучше не дышать. С ними какой-то, я так понимаю, рядом газ. Нормально. Ничего. А, и от него они зажигаются. Я не кричу. What? Нейт, осторожней. Прямо так. Древний Египет. Только в этом случае мумификация не была, ну, добровольной. Да.
Это какие-то, короче, заключенные, те, кто насолили этому Эвери, ну, главному пирату, я так понимаю. О, здесь кто-то был. Кто-то был. Ну, вот и след. Кто, интересно? И они ведут сюда. Будь готова к драке. А, не привыкать. Это драка. Был сарказм, да? Нет, успокойся. Сама поджечь вовсе. Можно? Нет. Я поджег, чтобы понять, откуда я пришел и где я был. Чтобы потом не плутать и не путаться. Невнимательные ребята. Ну где же Сэм? Где же Сэм? Сэм. Блин, я надеюсь, мы не найдем не его мумию, как бы. Ой-ой-ой, граната! Великая перестрелка. Блин, я вслепую со снопы начал стрелять. Черт. Тут все такое. Все серое и непонятно в итоге. Серо-синее. Это я получаю урон стычек. Просто цвета кто-то украл. Я тоже умею, чувак. Я тоже умею. Кто сильнее боится? Так, так какая-то винтовка. Надо было сразу, видимо, грен накидать. Так, женщина кого-то убила. Держите. Еще одну. Все? Все раскидал? И такое ощущение, как будто я волны каких-то зомби отбиваю. Ну, то есть, или это Defense of the Ancient, знаете? Защита древних, как говорится. Просто крипцов добиваю, они прут и прут. Никак не отходят. Что-то гранат кидаю. Артефакты сейчас будут покупать, короче. Это новая моба по Uncharted. Возврат к истокам. Сейчас все выпускают Battle Royale, а это next level. Это моба. Так, ладно. Да нет, они не сдохли еще, господи. Что ж ты не сдохнешь никак? Наконец-то. Так, что по патронам? Патроны. Блин, мне вот не нравится, что тут так много пушек разных, и в итоге тебе постоянно их надо менять. Я люблю в играх, ну то есть ты взял какую-то пушку и привыкаешь к ней, например. И в принципе проходишь там. Я иногда, конечно, бывает жалуюсь, что в играх наоборот мало пушек. Но тут прям как-то они очень часто меняются. Да-да. Враги, которые пушат с дробашом. Конечно, конечно. Блять, из-за этого уровня, из-за того, что он сильно не цветастый, я не понимаю, ну я накоцанный или как вообще. Оу, ни хрена. Тут так все синее, серое какое-то. Издевательство над игроком. Так, и один слева сидит. Да, вижу. Ну. Ну, вылази. Так, гранат у меня нет, да? Дробаш двумя патронами. Нойс. Спасибо, не хочу. Не хочу. Чёрт! Нет! Ну, я жив, ладно. Короче, путаешься, непонятно, как вперед, назад, куда? Вперед, назад прыгаешь, мечешься. Так, патрон... О, граната. Не надо, пожалуйста. Чего? О, пулеметчик. Так, у меня есть как бы граната. О. Вот на что это было направлено.
хоть какая-то польза. А я думал, от типа... этих взрывных мумий. Блин, что-то не особо польза, в итоге куда мне, вниз, что ли? Возьмем сигнальные ракеты. Так, о, голова валяется. Красиво. Смаузет... А, арты, что хулили меня, нам сразу перевели. Ёлку наряжал. Ёлку. Следов нет. На ёлку похоже. Они идут другим путем. Попробуем их догнать. А тут была драка. Да? Литью против людей Эври. Как она определила? Тут давно трупы лежат уже. Ну, это старый, по крайней мере. А, она говорит, люди Тью. Я думал, просто это драка между наемниками. Пардон. Ух ты. Какой-то ключ. Так, а чё ключ? Смотри, записка. О, да. Не трогайте ключ, записка сейчас на каньте. А, лейтенант Бартон. Эвери готовится к побегу. Если мы позволим ему покинуть эти берега, он исчезнет навсегда, как и наше сокровище. Этот ключ откроет врата в пещерах, но будьте настороже, лейтенант. Вне всякого сомнения, он ждет, что мы будем его преследовать. Пока вы со своими людьми обыскиваете туннели, я с небольшим отрядом пересеку долину, чтобы отрезать ему все пути к отступлению. Если Господь дарует нам победу, уже завтра на закате мы снова станем пиратами и поплывем к незнакомым берегам с сокровищами в наших трюмах. Ветер будет наполнять наши паруса, и мы будем свободны жить любой жизнью, какой только пожелаем. Бог помощь. Капитан Томас Тью. Мы вроде как нашли труп Эвери. Хм, на обороте какие-то символы. Гибель ждет сошедшего с пути. О, загадки. Гибель ждет сошедшего с пути. Давно загадок не было, кстати. А то что-то все лазили по этим. Лабиринт, что ли? Приехали. Так. Блин. Я живой. Блин. Все, все взорвалось, что только могло взорваться. За бешеный хер в углу? В каком углу? На стриме, типа, или на карте на этой? Про какой угол вы говорите? Ну, пока здесь только прямая дорога, я хз, про какой путь. Ну что, будешь взрываться? А? Нет? А ты? Вот уж кто не доверял людям. А, так, кишка какая-то опять. Черт, 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 черт! Ой-ой-ой! Ох, кошмар какой. Спасибо. Блин, ладно, это не моя нога сейчас оторвалась. Похоже на бездну из Dark Souls. Не знаю, эта локация мне жутко напоминает Dark Souls. А тут уже не так жутко. Это типа Тян? Гостей нет. Ну вот это русалка справа, это Тян? Да все четыре. Четыре? Угу. 4 из 5. У меня уши заложило. Явно идем вниз. Явно идем вниз. Внизу уши закладывает. Так, так. Очередная западня. Ага, и следов. На этих столбах такие же символы. Тью объяснил своим, как обойти ловушки. Надо запоминать это все. Ну, типа, смертельные какие пластины. А наверх ногами, да, череп? То есть вот эти безопасные. Получается, у черепа правое внизу, да? Смертельное. Ну что ж, начало хорошее.
Следуй за мной, ладно? Так, это что это у нас? Это кораблик? Всегда осторожен. Кораблика две верхние. И это говорит человек, который взрывает вокруг себя все мумии. Ну, все-таки с мумиями я пока человек неопытный, правда? Так, дети безопасные. Тут... Пока неплохо. Постучи по дереву. Тут только левая верхняя безопасная. Но вот это безопасная. Да уж. Но дальше не пройти. То есть мне надо обходить это. Так, это безопасная. У этого смерть это нижняя правая, да? Так. Все. Окей. Порядок. Вот так, Эвери. Блин, ну прям великую загадку разгадал, такой типа вот так сосать. А вот как мы выберемся. А, зачем ты выкинул? Вдруг пригодилось бы, блин. Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. Эти, интересно, взорвутся, нет? Но они не должны сейчас взрываться, у нас вроде нет у меня в руке. Лучше смотреть под ноги. Так. Ну, дверь. Ну, у нас ключ есть. Скважина? Ну да. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, господи. Ну, чую, все будет хорошо. Да? Ладно. Подстрахуй, если что, если вдруг ловушка. Но, может, надо было осмотреть тогда, не знаю, дверь или что-то там. Что рядом? Если вы так боитесь ловушек. Они даже не пытались осматривать. Просто открыли дверь, все. Красота. Нас хотя бы не разнесло на кусок. То есть они... Они серьезно не видели, что под ними веревка? Нет. Но у того парня есть сабля. У вас нет ножа с собой? Серьезно? Вы прикалываетесь. У охотников за сокровищами нет с собой ножа. А у вас зажигалка была? Не хотите попытаться ее зажечь? Например. Зараза. Черт, не успел схватить. Ой-ой-ой, взорвемся походу. Давай, да. Нет? Не взорвемся. А, нет, еще не конец. Режь быстрее, да режь. Бежи! Давай, бежим, бежим! А. Ударился об косяк. Бывает. Давай, бежим, бежим. Тут, короче, иногда не очевидны переходы из кинца в игру, и не успеваешь иногда кнопки нажимать, пока сообразишь, что это уже игра. Много времени пройдет. Опять лицом ударился. Как же так? Дрейк такой красавчик. Как же он перед женой потом будет? Что за тян вообще? Ну это наша жена есть, что, думал. Ну наша общая, чатовская. Спасибо, как бы, твичевская, общаковская. Прям как раньше, а? Жена отъехала, Елена. Походу. Рип. Елена. Эй. Елена. Елена. Сиськи по колено. Герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. Ну и дура, да, смотрите, издевается. Ты сам-то устраивал. Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Да, между прочим, Дрейку уже на лет 40. Опасно инфаркты словить. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет. Даже близко нет. Ты весь в грязище. Бля, они продолжают в ней валяться, что самое смешное. Ну, свинья, что с ним взять. Да, где-то я это уже слышала. Фу, и
еще и все грязные, вонючие целуются. Прекрасно. Умылись бы хоть, у нас водичка рядом есть. Вот и поговорили. Пошли. Ну да, Сэм же у нас все взрывает. Блин, я думал, он умоется хотя бы. Нет, он взял оружие. Выхода нет. 20. Значит, он живой. Пока. No escape. Это что, Голливуд? Да. Это что, Голливуд? Так. Не-не, они не успели пососаться, они просто поцеловались, чуваки. По-моему. Нет? Ну. Охренеть. Красивый корабль. Не, несколько кораблей. Кладбище кораблей. Воу. Воу-воу. Кладбище кораблей, это, конечно, клёво. Куда дальше? Сюда, что ли? Что такое? Мне морская тематика не... Не особо нравится. Не понимаю. Романтику морской тематики. Ну, оступился. Ну, что теперь? Могла меня подхватить, между прочим, жена. Здесь можно спуститься. Выглядит надежно. Да, как и все на этом острове. Здесь можно спуститься. Ага. Я, кстати, спустился до этого тоже. Но чем-то игре не понравился мой метод спускания. Он просто, видимо, был слишком быстрый. И игра не оценила. Где? Так. Что есть? Что-то есть? Ой, опять что-то взрывается. Так. Появилось количество патронов, значит, мы стреляем. Это Сэм. Он окружен? Да. Пошли. Надо его спасать. Надо выйти к воде. Здорово, Максик. Спасибо за хост. Давай. Да блин, опять перестрелки на этих, на каких-то островках в воздухе. Да шо? Снайпера еще. Так, насколько интересно в воздухе безопасно прыгать? Было прикольно. Надо выйти к воде. Дрейк! Дрейк! Здорово, Хенкер. Что я сделал? Бля, такое эпичное приземление. И сразу в лицо получаешь. Так, одного снайпера убил. Так, надо убить чуваков, которые сверху стреляют. Сбоку. Она не хочет мне помочь, как бы там. Блять, серьезно. Укрытие, укрытие какое-нибудь. Нет, не дох, не взрывные бочки. Пиздец. Что за говёное, говёное место? Надо выйти к воде. К воде. Да какой здесь выйти к воде? Ты видишь, что происходит вообще? Укрытие, давай. Мне кажется, у разработчиков какая-то явно проблема была в плане баланса врагов и так далее. Пиздец, со всех сторон. Они издеваются. Такое же говно здесь, конечно, перестрелки. Просто говёное говнище. Укрытие, давай. Ладно, все, я пошел в милишку, короче. Пришло время. It's time. По-моему, это эффективнее, чем пытаться попасть в кого-то.
когда тебя пушат. Да, приключенческие приключения. В итоге меня снайпер убил. Вообще я сплю, да, я пусть стрим поспал, а вот проснулся вечером. Идти к воде. Да, что-то в этот раз не особо удачно вышло дропнуться. Ох, говно собаки. Здесь можно одиночный, кстати, выстрел поставить для этой пушки? Привет, Эллен Пай. Так смешно, сначала он вырубает у них типа, ну как при стрельбе. Сначала этот шлем. Это даже не смешно, это тупо скорее. Приключения. На кончиках пальцев. Видел, кстати, сегодня Twitch листал, как Тох стримит. Call of Duty 4. Это так ужасно. Он сидит там, пердит в микрофон за 10 рублей. Что там матерится. Как будто он какой-то бульончик. Постоянно, ну на самом деле это звук кальяна, когда постоянно бульончик листает, такие звуки. Забавная тема. Даже Тоха проходил ланчи? Ну да, да. Проходил, скачивал футажи. Или за него кто-то проходил. Че, он микрофон не купит? Ты просто не понимаешь. Он главный патриарх качественного контента. Просто грязный плебс. У него только качественные стримы. Ты не способен понять, в чем смысл гениальности этого. Так, ну одного убил вроде как. Так. Это снайпер. Чем они больше, тем труднее их завалить. Чем они больше, тем труднее завалить. Не, не, логика. Едно. Затох я не шарит. Ну, патриарх всей игровой индустрии. Сайта sologvinov.com. Пермачный. Да, да. У меня тоже, я открываю, я смотрю, а там вы заблокированы, короче, в канале. Что-то я проорал с этой темы. Мне тоже. Я даже не знаю, за что на самом деле. Можно срезать через трюм. Я вроде даже никогда там ничего не писал на его канале. Ну хер знает. Может реально за то же самое, за то, что у Адвана. Ну, это его право. Его канал может делать, что хочет. Так. Ой! Уходи, дядя! Дядя с дробовиком! Нет, 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 дядя! Фуф. Так. Еще не все, что ли? Еще кто-то есть? Кто-то встал не с той с ноги. Геймдизайнер, который наставил здесь столько врагов. Ну. Сука, за разбан требует? Без понятия вообще. Без понятия, чуваки. Это надо обратиться к поклонникам творчества и экспертам такой темы. Так, ну я не буду, наверное, пока снапу менять. Мне бы патроны для пистолета найти. О, смотри. Так, будь какая-то ты. Дыра. Поможешь мне? Открывайся.
Куда делся Сэм? Туда побежал! Ну, вот и ответ. Эй, нечестно, я стреляю, и мне прям в этот момент у меня попадает. Привет, да я, скорее всего, тогда, когда я заходил, и, возможно, я что-то писал, я тогда и не стримил. Этому бану я уже хер знает сколько, наверное, лет. Блин, чуваки, у меня патроны закончились. Что делать? О, спасибо, что принес. Правда, это дробаш дурацкий. Где? Где враг? Все, вижу. Окей. Такой музон, конечно. Нейт, на корабле. Это Сэм. Где? Ой, я вижу ракушки. Черт, его прижал. Надо было патроны сэкономить, на самом деле. Стой на месте! Мы идем! Стой на месте! О, это плохая тактика, стоит на месте, когда в тебя стреляют. Так, это не прострелить, да, я так понимаю? Заходи со спины! Не, не надо заходить со спины. Обходи эту шелупонь. Я их тоже вижу. Что, это все? Так. Какой-то дурацкий у меня пистолет. Полуавтоматический. Все. Ну, эй, музыка закончилась, значит все. Брат, как же я рад тебя видеть. Да. Крыса. Как насчет убраться отсюда? Я за. Так. О, лестница. Полезли. А чё наша жена молчит, кстати? Зажигалка нам сегодня не понадобится. О, гранатомет. Я не видел гранатомет. Сорян, чуваки. Так, снял гранатомет. Он же твой брат? Ну да, брат, крыса. Какая разница? Брат, не брат. Крыса есть крыса. Он нас обманул и предал, как бы. Ну как предал? Ну обманул, короче. Кто обманщиков любит? Какая разница? Обманщик есть обманщик. Брат, не брат. Это не дает ему индульгенцию на обман. Сколько боссов убили? Пока наша жена еще жива. Главный босс не убит еще. Кто не ошибается? Люди, которые не обманывают. Блин, я думаю, что за говно вылезло передо мной, а это Елена. Это Елена. Смотрю, чат нашел себе новое развлечение. Постить смайлы в чат другого стримера и проверять, забанят ли их или нет. Прятался. Так. Сейчас проверю. Да успокойтесь, чуваки. Зачем вы человека провоцируете? Вы, может, ему настроение портите таким. Ой-ой-ой-ой-ой. Соси? Они крикнули соси? Да? Ой, РПГ. Ничего себе. РПГ. Суть такова. Я что-то просто прыгать начал. Оказывается, здесь надо было стрелять. О, еще РПГ. Так. Ты
все. Я иду за вами. Так, и я иду за вами. Братишки, я Человек-паук, паутина из рук. Сука. Единственный русигмент, кто стримит в колде не батл рояле, а обычный мультиплеер. Да никто не стримит на самом деле в колде не батл рояль. Никому не интересен этот не батл рояль. По чесноку. Все смотрят только батл рояль. Все шрауды, лирики, ниндзя и другие челики, они все играют в батл рояль, чуваки, в вашу эту колду. Все, пошли! Так, патроны для ХС-а. Тихо, тихо, тихо! Так, там бравированный челик, надо спрятаться. Прячемся, прячемся. Настя стримит. Вам заплатили, чуваки? Если вам не заплатили, то я вам сочувствую. Стример прав, все стримят, ну... Ну да. Найти союзника? Чё? А, иду. Иду, иду, иду. Чего я слышу, пошли? Вместо пошли, как они говорят, мочи. Ой. Может мне выстрелить нужно из этой пушки? Да хватит взрывать все передо мной. О, вода. Спасительная вода. Только воздух закончится, да? Люблю подводные уровни, вот из-за того, что ограничения по воздуху есть. Ты слышишь, соси? Ну соси я слышал до этого, да. То мочи, то соси. Так. А воздух опять закончился. Надо выбираться. Ну да. Надо. Но как? Ну как, сэр? Блять. Куда плыть-то, ёб твою мать? Сюда? Ну, я вздохнулся. Минус воздух. Так. Куда? Непонятно, куда плыть. Типа, я не вижу своих корешев. Я туда плыву? Надеюсь, что туда. Так, опять индикатор патронов. Да, ё-моё. Как тебя бесит такие уровни, с первого раза тебе понятно, куда плыть. Тут все уровни такие, особенно на машине, когда... Типа, совершенно непонятно вообще, куда тебя. Подводные уровни любимые. О, да. О, май. Слышишь, у тебя сзади взорвалась эта. О, красота. Да сколько у Рейфа грузовик? Опять грузовик, да камон. Не стреляй. Ой, АПГ. Ебать врагов. Так, а чё? Как тебе такое? Тебе хана. Блять. Да отъебись. Майор АПГ сильнее твоего. Так, грузовик. Получи. А вот такое?
надо удостовериться, что они мертвы, на всякий случай. Мужик пережил прямое попадание. Я переживал два прямых попадания из РПГ, если что. Так. Как игра 10 из 10? Но если минус 10 из 10 можно поставить, то примерно да. Так, лестница. Ой, лестница, лестница. Извините, я не увидел сразу. Не понял, что она в другую сторону с этой вашей камеры обоссана. Здесь меня не достать. Почему? Почему? Почему эта игра такая, да? Да с этим вопросом. Достой, ты хватит! Реверс камеры, КАЕФ. Принц Перси, на что ты нас оставил? У меня РПГ есть, если что. Бежать! Наоборот, доставляет. Ну, смотреть на это доставляет. Ну, как это выглядит на стриме. Бегом! Да постоянно страдать от этого из-за стрельбы. Вот такой. Все? Сломалось? Привет, Нейт! Здорово, Салли. Ой, берегись! Бросай мне РПГ! И вали оттуда! Бросай РПГ! This is my RPG now! Бог и свобода. Бог и свобода, урод. В голове звучало лучше. Че ты несешь, Трэй? Ты меня выручил. Какой бог и свобода? Давай сюда, я тебя вытащу. Спасибо. Добьем сегодня, да, да. До сегодня пройдем, я думаю. Ну сколько там, часа на 2-3 осталось. Рад тебя видеть. Ты как всегда вовремя. Ну я как-то заволновался, решил встретить. Но не говорите, что дед умрет в этой части. Эй, ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... Ага, это все он. Что, опять спас его? Еще 4 вроде главы осталось, 24 всего глав. Хорошо, была пара сложных моментов, но... Это 20-е. Он меня прикрыл. Эй, привет. Это что? А, пуля царапнула. Как сидеть сюда добрался? С женой прилетел. Царапнула. Как жена от 1 до 10? Как ушел? Такая милая девушка, приятная вроде как на внешность. Он завел своих прямо в ловушку. Ну, на 9-ку, наверное, примерно. Умно. Послушай. По поводу истории... Какая-то странная мимика сейчас была. Куда нам? К морю, на тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Эй-эй-эй-эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Чё-то он задумал, крыса. К сокровищу? Обалдеть. Пока Рейв доберется в обход, нахрен мы уже... Нахрен Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. Ты меня извини. Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. Так будьте добры, пожалуйста. У нас с вами пока есть фора. Какая фора? Ты видел, сколько людей мы убили? Мы убили сейчас 100 людей. Нейт, только в этой перестрелке. Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Че, Пепси пьем? Его корабль оно самое, здесь, да. Прямо за той горой. Там наше сокровище. Дай бог не квас, букет чуваши, пью хотя бы Рейв, уже. Пока мы тут спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем?
Тогда мы найдем, где он потонул. Отличная игра в стиме. The Woman's Tap Isn't Exist. Интересная игра, наверное. Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Смотрите, чё, ты чё, охерел? Ты гонишь на мою жену и на моего старого друга? Еще как. Ясно. А, isn't sexist. Ну, какая разница? Мы уже не пацаны. Да, говнистый брат, конечно, какой-то. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Обманул нас, сейчас еще говнит на других людей. Ну и брат, честно, естественно, сейчас... Где самолет? Станет предателем. Вон там. Ему типа не понравилось, что мы не пошли с ним воровать сокровища. Далеко? Не очень. Далеко, далеко на лугу пасутся. Ко! А вдруг наемники ждут нас у самолета? Угу. Вот именно. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Сюда. Козлы, нет, колда, чуваки. Ну, вы должны были закончить за меня. Чё вы? Игроки в колду. Как-нибудь придумать что-то. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Блин, у них никогда не бывает просто. Привет, Жижик. Это с горы. Ловушки Эвери. Думать еще? Да зачем вы там в чате сидите? Эй, хватит. Давайте не отвлекаться. Дед, ты куда меня привел вообще? Ты пописать, что я сюда завернул? Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо что-то поставить. Надо найти что-то поставить. О, да что? Что здесь? Магическим образом есть какая-то телега. Сэм, помоги. Хорошо. Да я и без него справляюсь. Сэм, помоги. Смотрите, как помогает. Рядом идет такой. Помощник. Эй, вам помочь? Нет, спасибо. Справимся. Так. Ты думал, это машина? Ну, частично это можно назвать машиной, наверное, при особом желании. Эй, куда ты? Вот. Типа допрыгнуть просто сюда. Окей. Так, дед, веди. Привет, Фаннимен. Кто-нибудь видит выход? Я не вижу. Я не знаю, дед, ты знаешь планировку этого места. Но я вижу уступ, за которым можно схватиться. Так, полезно. Народ, сюда! О, вы посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Работает? Ты работаешь? Фуникулер. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. И? Чего? Я случайно упал. Да, я сам не понимаю, что я творю, дед. Можешь добраться до деревянной платформы внизу? Я сам не понимаю, дед. Ладно, давайте чекпоинт. Не лень лазить обратно. Быстрее с чекпоинта начать. Да, главная платформа деревянная. Типа вот до туда мне допрыгнуть надо? Или чё? Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. О, да. Далеко.
А может, не в кроватку? Может, мы здесь сообразим быстренько? На четверых. Есть идея. Нейт, помоги мне. Где? Иду. Иду. Так. Хорошо. Что это? Мы просто скинем деревяшку вниз. Женщинам лишь бы в кроватку, да. Женщины думают только об одной вещи, и это it's fucking disgusting. Можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Вы точно? Не уроните? Заманчиво. Уи. Я так. Все. Вот и мы. Есть. Запрыгивайте, я перетащу вас. Я типа тащу? Ладно, мы готовы. Хера я сильный. Троих человек плюс саму эту штуку. Ты еще ничего, ты бы видел их листы. Что? Вау! Держись! Так, а мне как теперь? Гау, парк аттракционов. Залезай, Нейт. Как? По веревке? Нейт, залезай, я помогу. Но я пытаюсь, подожди, успокойся. О, поймал. О, нет. Ну, прыгай скорее. Чего скорее-то? Все, минус братец. Сэм! Сукин ты, сын. Сэм, давай. А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. И ему сейчас, когда, как Морфеус, когда прыгал в первой части к вертолету, ему прострелит ногу, и он не допрыгнет. Нет, даже не думай, ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай. Я должен это закончить. Дурной. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Ой, упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Я сказал, не пойдет. Ну что, она права. Ну, конечно. Получается, пошли. Мистер Дрейк пиздабол. Да? Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? Да. То есть после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. Зачем ты говоришь то, что ты не можешь выполнить? Ну, типа... Просто не надо было говорить, что ты не пойдешь за ним. Все равно же пойдешь. Брат так себе, да. Абсолютно согласен. Давай. Жалко, нельзя поменять на другого. Так, держим. Э? Чего? А. Ну слушай, женщина, молодец. И сейчас посмотрим, к чему это приведет в итоге. Послушал женщину. И сделал не наоборот. Так. Ну-ка. Есть. Так. Брата не убирают, как же? Про братишку песня. Не получится. Тормоз сломался. Эй, давай. Нет, сейчас. Давай. И сейчас закрыть глаза и представить, что это была сцена анального секса. И Елена такая, ну и давай. И Дрейк такой, не получится. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Привет, Джаппо Фэд. Как тебе Uncharted? Я... Не особо. Туда и обратно. Но, как и все предыдущие части. Значит, подеремся, раз так. Но я его притащу. Не впечатляет. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? А? Чё? Ты помнишь? Посуду чё? По очереди. А. Только попробуй. Посуду по очереди они моют, оказывается. Люблю тебя.
Что лучше, Лего не Uncharted? Ну, естественно, Uncharted, если без рофлов. И я тебе ковбой. На какой сложности? Я не знаю, на... ну, на обычной, наверное. Я не помню, если честно. Еще в эту игру я на харде не играл. Забота о брате 21. Brothers Keeper. Забота о брате, блин. Когда у тебя брат дурачок какой-то. Тут такие обоссанные перестрелки на харде еще сейчас играть. Тем более с консольным управлением. Ну, с консольной стрельбой. Ладно. Никакого смысла в этом нет. А это что? Следы. Угу. Сэм! Шим! Наверняка он и он не договорил. Просто, видимо, потому что я решил прыгнуть. Надо идти к этой чертовой горе, спасать Сэма и убираться отсюда. Да уж, завтра еще посмеемся над этим. Угу. Опять он говорит то, чего он не знает, что завтра будет еще. Слышь, лезь наверх, Дрейк. Наверх? Нет, не хочет. А тут хочет почему-то. Странно. Угу. Да, еще следы. Снова идем по следу. Следы кончились. Да, я вижу веревку. Куда сегодня пройду, пошел? Да, попробую. Так. А, куда дальше? Ага, я вижу. Не в ту сторону раскачиваюсь. И... так. Ну... тут опять логика, иди вверх. Да, я так понимаю. Как же должен челленджи? Какие челленджи? Не на куне, одни из лучших стримов были. Ну, по крайней великая игра просто, чат. Это поэтому рады. И стримы такие. Успею прибить тебя сам. Прибить тебя сам. Спасти брата, чтобы убить его. Семья Дрейков. Так. Хм, удивительно, нам здесь нужно не вверх, а вниз. Записи на ютабов есть? Записи чего? Стримов по Нино Куни? Но вообще все записи на Твиче есть в хайлайтах. Все стримы почти. Ну, кроме совсем старых. Естественно. На ютабе тоже должны быть какие-то воды. На ютаб я давно воды не заливал. Времени не было этим заниматься. Там же какие-то стримы были с сонг-реквестами. Так что. А. По Нино Куни. Это же внук Бернса. 14 апреля 1808. Хотя мне удалось извлечь пулю Хейза из своего бедра, рана загноилась и жар не спадает. Мне не терпится узнать, что там дальше в горах, но боль слишком сильна. Мне нужно отдохнуть и набраться сил. И снова в минуту покоя меня начали мучить сомнения. Неужели я не был неправ, наказав тех, кто нарушил свои обязательства? Я всю свою жизнь посвятил поискам этого места и сокровищ Шевери, а эти люди чуть не лишили меня на всяких... меня всяких шансов на успех. Нет, я был в своем праве. Сегодня отдохну. Жар спадет, завтра же я закончу путь, начатый еще моим дедом. А вернувшись домой, напишу книгу о своих подвигах на этом острове. И книга Джонатана Бёрнса будет храниться в библиотеках наряду с книгами других великих путешественников. В худшем случае я потеряю ногу, но в конечном итоге моя жизнь будет достойна. И Клэр наконец-то сможет мной гордиться. Клэр, прости меня. Это рисунок Клэр, этой носатая Клэр какая-то. Всю серию с четвертой части, по слухам, это легче, но решил нормально попробовать. Сначала показалось легко и посложнее поставил. Второй Локи у меня жопа стоит. Не, здесь ужасные почти перестрелки. Все тщетно. С точки зрения баланса, почти с точки зрения самой именно стрельбы, просто говёные. Что я не вижу никакого смысла на харде пытаться. Это ж не какой-нибудь фир, не знаю, ну нормальный шутан. Еще следы. Воды на Твиче больше мощностей жут, но это возможно, да. Ну, пошел.
Я не знаю, тут есть вообще ачивка за сложность? Тут имеет смысл разве что ну, на платину, если проходить на сложности, а так... Тут, в принципе, можно вообще не стреляться, ну, в некоторых моментах полностью стелсом проходить, просто это займет больше времени, чем если стреляться. Там, ползать на карачках, ждать, пока враги подойдут в нужный этот кусок уровня. Вот и ты. И так далее. Ну, то есть, кроме скриптовых перестрелок, когда тебя, типа, ловят. Так, ну здесь за трос зацепиться. Окей. Фух. Фух. Мы точно идем за братом. Интересно, если сложность меняешь, меняется ли сложность головоломок? Потому что, например, во всяких Silent Hill'ах вроде это меняло сложность головоломок. Это черепуха? Ой, это черепуха была. Она исчезла. Это, считаю, еще один из минусов, то, что здесь неуязвимые эти самые... Всякие животные, люди. Хм. Так, вниз что ли, или что? А, нет, направо. Это тяжелее, чем кажется. Согласен. Так. Ага, все вижу. Куда дальше? Просто прыгнуть и зацепиться? Могу? Наверное, смогу, да. Так. О-о-о. Ну и пещеры. Давай, Максик, удачи. Какой ночи. 10 из 10. Ну, если чемоданы от Sony успеют или от Naughty Dog доехать до конца стрима, то, конечно, да, конечно, будет 10 из 10. На кончиках сосочков. Естественно. Так. What's next? Господи, ага. Корабль Эвери. Вижу. Так, раскачиваемся. Раскачиваемся. Так. Все? Жесть какая. Кто проектировал этот уровень? Даже в Ларе, по-моему, таких гумозных не было, когда ты прыгал по ледникам. Кошмар какой. Ладно, ладно, да. Фигадный. Или как он был в том фильме? А что цепляется? Вообще там даже мелких выступов не видно было. За... У него, короче, есть какой-то гвоздь супер. Он цепляется гвоздем за выемки такие, в которые он вставляется, ну, судя по всему. Ну, поехали. Ха-ха. Охо! Ха-ха! Давай уже! Да, что? В смысле? Ну, спускаемся здесь. Камни в почках. Я думаю, не в почках, а в трусах и в ботинках. Серьезно? Привет, Макомакафон. Серьезно?
Ну, давай уже! Да ты заеб... Ну, спускаемся здесь. Бля, это ха-ха мне сегодня снится будет. Я, короче, не с той стороны типа прыжок делаю. Надо подбирать дальний этот отрезок и каждый раз прыгать с него, иначе они долетают просто. Вот. Ой. Так. Чистая водичка, кстати. И ты все это проделался? Да. Ну, конечно. Наверняка нашел где-нибудь. И меня. Болезнь. Ну да, только ты, Дрейк, балбес, конечно, так будешь проходить. Так. А, сюда, что ли? Ну тут тупик. Есть сокровище какое-то? Тут мне показалось, да? Коробка с леденцами или что это? Так. Куда мне вообще? Может, здесь проплыть надо? Да. Поплыли. А, дальше еще нырять, что ли? Окей. Это кинцо? Да. Почти все. Это последнее, мэм. Хорошо. О, так они нашли сокровища. То есть не наврали по ним? Сэм только что угнал нашу лодку и направляется к кораблю Эвери. Пускай. Опять телка с бицухами Сэм красуется. Вот мужчина закрыл, смотрите, свои бицухи. Почти все мои люди погибли. А те, кто жив, отчаялись. Всех Дрейк убил. Ты видишь? Цель буквально в двух шагах. Этот псих начинил ловушками целую пещеру. На его корабль я не полезу. Надин, если ты сейчас сдашься, то все твои потери и вообще все наши усилия были зря. Вот здесь у нас миллионы золотом. Да. Это плюс жизнь уже неплохо. Ясно, почему. Но он и так богач, так что ему срать на эти что, миллионы. Прости? Мы на пороге исторической находки, а ты хочешь уйти, подобрав крохи из-под стола? Сэм же все себе заберет. Если уйдет с корабля живым, пускай. Я скажу, заслужил. Ты-то явно нет. О, нет, он ударил ее по щеке. Можем стоять и ругаться тут с тобой, а можем закончить то, что надо. Как раз заканчиваем. Ты че? Он тебя всего лишь по щеке ударил. Простите, мэм. А ты его в живот. Мда, 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 мда. Нечестно дерется. Да. С наемниками такая штука. Они служат тому, кто больше заплатит. Ну так что? Либо мы идем до конца вместе, либо закончим все здесь. Идем вместе. Умничка. Я бы не стал ей верить. Mm-hmm. Нахер она нужна? Отправил бы в освоясь, да ну, и все. Пойдем. Без золота. Да-да. Она явно что-то задумала. Их осталось всего четверо, что ли? Типа, это все наемники? А Дрейк такой в крысу тут подслушивает, что-то подсматривает.
такой, вы не обращайте на меня внимания, я просто тут этот корреспондент, записываю все. Так. Угу. Ты перебил всех? На самом деле не я всех перебил. Ну, что тут у вас? Так умирают воры. Она же сказала то, что у них большинство людей погибло еще при попытке вот именно, ну, добраться вот до этих сокровищ. Типа Эвери все заминировал здесь. То есть не только мы на самом деле убиваем этих наемников, но они и сами себя убивают, по сути. Так. Мне просто плыть туда или что? Ладно, я могу. Я могу. Ой. Твою мать! Ой-ой-ой. Это Сэм? Балуется. Как-то он странно плывет одной рукой. Опять фейерверки запускает. Мистер Сэм. Наемники. Так, наемники, да. Ты. А, наверх. Окей. Перестрелка что сейчас будет? О, черт. Сэм! Почему у них нет телефона? Почему у них нет рации? Я не знаю, но типа для коммуникации нормально. У них был телефон, кстати. Но они их сломали, потому что их запалили по геолокации. Новые, видимо, они себе не купили. Что? Ни хера не видно, а все в дыму. Вниз, что ли, опять? Да. Нет, они не все забрали. Частично только. А что они не попытались отбуксировать его как-то? Ради этого? Да, и как Сэм собирается все это забрать, Риля. Рации даже палятся. Так случайно пробились на частоту. Ну, надо быть профессионалом тогда. Ну, или... Что угодно можно придумать. Так. Сэм! Сэм! Он, наверное, давно уже должен был задохнуться от угарного газа. Это... это этот, где что ли? А, Сэм, вон он. Сдох? Сэм! Да живой он, живой. Из-за него мы чуть все не погибли. Я его забираю. Нет, вряд ли. Встретились два голубка. Отдай мне моего брата. После всего, кому достанется его жопа? Благородно, но нет. Еще немного, и мы все тут погибнем. Этого хочешь? Нет, конечно. Ну что, Надин? Рад видеть тебя живой. Будь душкой, забери у него пистолет. Но она не заберет. Или заберет, или послушается. И ты правда ему доверяешь? А? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры. А я всегда честен с партнерами. Встань туда. Купить рации, чисто дома а баловаться, вот словили офисных работников, слушали обсуждение, прошел сотрудец. Зачем вы там собираетесь баловаться дома с рациями? Меня, это будет вам хорошим. Я ж сказал. Ты что делаешь? Давай пистолет. Надин? Повторять не стану. Одно дело довериться крысе, другое дело довериться бабе. Чувак. Ты делаешь просто невероятную глупость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну смотрю, два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории, но даже мне ясно, кто это. Че? Просвети нас. Ну, Эвери и Тью, ну да, я понял. Да, они и убили что? Друг друга. Ну, вы ну, убили. Что теперь?
Все, кто одержим сокровищем, получают свое. О, господи. Бросить нас тут погибать? Я ухожу. Какая же ты... А что с вами будет, мне плевать. Умная Надин. Женщина. Стой! Прощай. Надин! Надин! Все, кто умрут, и закрыла нас. Сейчас же! Какая же мразь. Она ушла. Давай, помоги мне, мы выберемся. Какая же мразь. Ну нет. Чтобы не кричать с кухни, что я готова. Но у вас либо хоромы, либо вы... Я помогу открыть дверь. Либо вы очень ленивые. Нет, после этого ей дали спин-офф. Походу, да. Ни от одной монетки. Зная, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Коптите небо. Интересно, что за фраза в оригинале была? Спокойно. Коптите небо. Эй, заткнись уже! Че, драка, серьезно? Или это Кутые? Рейд, ну это уже слишком, даже для тебя. А это не слишком? Натан Дрейк и вооруженный псих с личной армией на перегонки добрались до Шамбала. Ах ты ж! Так. Натан Дрейк нашел затерянный город в сердце пустыни Рубель-Хали. Да хватит уже. Мы оба можем выбраться. Вот это дуэль. Натан Дрейк сам отыскал Эльдорадо. Ну отыскал, а ты не завидуй. А ты не завидуй. Нечего завидовать. Все, Рэй, хватит. Натан Дрейк. Я могу драться, да? Ты меня перебил. Не надо так. Он в огонь вступил, так, он сгорит сейчас. А, Натан Дрейк. Легенда. Знаешь, я пристрелил парня, который так сказал. Рэй, хватит. Я понял, ты меня сильно не любишь. Но все это величие, Нейт. Пустой звук. Ты полный ноль. Долго он будет болтать? И я предлагал тебе. Сказал, не перебивай. Какой он злой. Не перебивай меня. Помните, была такая песня? Не перебивай меня, не перебивай меня. Даже для тебя. А это не слишком? Натан Дрейк и вооруженный псих с личной армией на перегонки добрались. И с самого начала. Натан Дрейк нашел затерянный город в сердце пустыни Рубель-Хали. Это скриптовое говно, интересно? Ну да, Сири, мне надо его пытаться ударить. Да, я сегодня как железо. Я нажимаю, но что-то не получается, чуваки, уклоняться. Да хватит уже. Мы оба можем выбраться. Натан Дрейк сам отыскал Эльдорадо. Да, магазин такой. Все, Рейв, хватит. Я так понимаю, его надо слушать, да, походу. Легенда. Знаешь, я пристрелил парня, который так сказал. Рейв, хватит. Я понял, ты меня сильно не любишь, но все это терпи. Блин, мы что, за Озона играем? А я и не понял сразу. Ну да, похож, кстати. И я предлагал тебе уйти с дороги. Ну да, скриптовое говно, походу. Я пожертвовал всем, чтобы найти Эвери, и я не позволю парочке мелких. И сейчас брат восстанет и спасет нас. Старому пройдохе и вышедший в тираж репортерши меня обойти. Бэм. Ну все. Давай. Так, дуэль. Эти остолопы. Я отправлю их следом за тобой. Ангард, урод. Вот это дело. Че, ангард? Фехтовать. Блок слева. Фехтовать я не умею. Я не умею. Я могу стрелять. И вообще-то у меня было оружие так-то. Ранился, Нэй? Как пират, ну да, да, на это аллюзия. На тебе, in your face. Давай, Нэй. Да чего? Сколько раз надо его заколоть?
Сабля острая. У нее броня какая-то, что ли? Ой, смирно. Выйти из захвата. Бля. Такая тупая драка. Все, в огонь. Будет немного больно. Не, не будет. Давай. Минус кишки. Ой. 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 Я немного разочарован. Вторая фаза пошла, пиздец. Че за говно? Неудобная система блокирования. Надо знать, как, с какой стороны он бьет. Я вообще не понимаю. Если в реальном фехтовании так же сложно, то в анус фехтования. Петух. Опять он его пинает. Ты, может, ударишь мечом? Дурак, что ли? Здоровый вообще, нет? Переката нет, нет никакого переката. Есть блок слева, блок справа. Я должен понимать, какая атака идет справа, какая идет слева. Вот и все. Вот круговая атака. Как я должен понять, с какой он в итоге ударит? Бля, что за говно? Что за говно? Теперь эта игра еще и фехтование на саблях. Теперь это слэшер. Пиздец. Давай, давай. Да что тебе давать? Ты проткнешь его уже сегодня, нет? Дарк Сасин. Похоже, кстати, примерно такая же хуёгая боевка. Блин, может, у нее тоже авториген? Скриптовое говнище. Вот это уже Натан Дрейк, о котором я дослушал. Ладно, ладно. Вот и все. Мы с братом уходим. Куда ты уйдешь? Ногу ему отрежь хотя бы, не знаю, чтобы он тебя не преследовал. Все ясно. Дрейк дурачок. Ну знаешь что? Под всей этой бравадой скрывается жалкий пацан с манией величия, который даже фехтовать не умеет. Прощай, Натан Дрейк. И этот отвлекся типа на это. Серьезно? А ты парень настырный. Это хорошо. Не поддавайся. Мне и так, да вы задолбали. На блюдечке с каемочкой. Ну, вообще ты богатый был. Кроме этого. Ой, минус сабля. Похоже, китайская.
И на него сверху упадет сейчас этот дресня, да? Дайте угадаю. Хочешь сокровища, Рейв? Забирай. Ну и говно. Такое прям непредугадываемое, конечно, ни разу. Кадр так взяли. Давай, выбирайся. Я пытаюсь. Слишком тяжело. Пробуй еще. Нет, не выйдет. Это как там было с антилопой. Пощади! Черт. Слушай меня. Я мечтал найти сокровище с тобой. Нашли его, брат, да? Нашли, да? Вот и все. Нет. Должен быть смысл. Ну, главное, нашли. Уходи! Надо что-то... Ты не хочешь делать? Давай, я должен знать, что ты выбрался. Нет. Абсолютно не жалко. Эй, такой тупой момент вообще. Точно. Точно. Выстрелил в него. Он... Вот это, конечно, прощание решил ему устроить. Он решил топить брата из пушки. А, он решил, чтобы его затопило к ебеням. Чё? Что? Порох за все это время не отсырел. Да, порох не отсырел. Внезапно вода помогла ему выбраться из-под навеса. Такое ощущение, как будто это аниме какое-то. Реально про Оничана, про братика. Оничан. Не умирай, Оничан. Опять грустная музыка такая играет. Хватит вождей только делать, что вождей нравится. Выключи, играй в Персону. Когда Персона станет игрой на 15 часов с русской локализацией, обязательно. Гуррен Лаган, One Piece. Не знаю, ни то не смотрел, не играл. Давай, помогу. А где брат? Ты живой? Да. Братик. Да нет, вон, братец жив. Эй, дружба — это магия. Где вы? Вот здесь. Вот здесь и выстрела такая. Все, это конец, что ли? Не смотри, Гуррен Лаган, параша. Это ж про роботов каких-то, по-моему, да, Гуррен Лаган? Про космос, нет? Или Гуррен Лаган, не знаю, как правильно. Может, Лагман вообще? Так вы можете вернуться за сокровищами. Они же затоплены просто. Вы знаете, где они находятся. Чё проблема? Чё они расстроились так? Ну, все взяли? Да, вроде все. А что забыли, то можно продать. А, то есть они все-таки что-то они утащили оттуда. Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не звонил среди ночи последний разок. Обещаю. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. Вернуться потом, а потом достать со дна нельзя, я не знаю. Он сбежал и оставил много неожиданностей прямо ну, у директора. Можно, наверное. Ты что ей рассказываешь? Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был псевдоним? Скажи ей. Шалтай-болтай. Великий Нейт. Великий Нейт. Ну, Майти Нейт, наверное. Его оправдание, могу сказать, он был и правда крут. Ага. Ну, Сэм, знакомство с тобой. Фокусы с бильярдными шарами и засовыванием руки в карман. Ну,
Нет, давай-ка по-взрослому. Присмотри там за этим остолопом. Присмотрю. Я догоню. Ага. Хорошая. И похоже, за что-то тебя любят. Похоже. Воровской карман. Это у нас брат, который сидел в тюрьме 13 лет. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас здесь... Это в одном точно засовывал руки в воровской карман. То есть и в этом тоже, но... Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. А я наоборот... Почувствовал внутри какую-то... Пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге... Приключенческое приключение. А внутри пустота. Вот-вот. Все верно, Дрей. Выбрать, что оставить себе. Все эти игры про приключения — это просто пустота. Ну, я пока не готов выбирать. К тому же... Ты больше меня повидал древних городов, и меня это напрягает, так что... Я тебе парочку оставил. Ну, спасибо. Бип-бип. Что? Шаха подъехал, что ли? Вот этот сервис. Мы крутые. Даже самый, по-моему, днищенский Uber сейчас не приезжает на таких тачках. Иди сюда. Бип-бип. Давай уже, кати. Да там реально Хабиб сидит на Жигуле. Ну да, какая-то шестер, по-моему. Че? Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это, я работал над одним... Деловое приложение. Деловое приложение. Опасно? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек. Странно, что не сделали спин-офф про брата Дрейка. Ну, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Quando seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Типа он трахал, ну вы поняли, короче. А сигара тянок не найдется? Португальский. А вот это перебор. В Египте до сих пор производит шестерку, кстати. Ну, в бедных странах. Вроде они популярны до сих пор. Во всяких Индиях, говорят, вроде тоже есть и так далее. Доброе утро. На Кубе, естественно. Это уж точно. Утро доброе. Чё? Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Его покупает Надин? Ух ты. Да, черный тёмный. Ну, здорово. Тём. Тебя, наверное, можно поздравить? Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Или Сэм купил? Прекрасно. Да. Салливан, а ты или что? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться. С семьей побыть. Нейту? Так а у Нейта откуда бабло? Молодец. Так и причем он ставит его перед известностью? А что за олух? Все это купил. А, ты и купил. На. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймс. Так, чисто Рафлан ебал. Привет. Доброе утро. Или наша жена купила все. Ты что, и тут начинается сериал Озарк. Я хочу осмотреть. Ну, кто смотрел, поймет. Будущее владение. Ключи я ему уже... Реально, похоже очень. Ага. Серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее вложение. Опять ложку что-то впарили. В общем, звоните. Ладно. Такой, ты че купила, дура? Привет. Я просил на день рождения Nintendo Switch. Мы покупаем Джеймсон Марин. Откуда у нее столько денег, кстати? Она же репортерша какая-то, ясно, вроде как. Супер. Зачем?
Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет, милая, мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Такое у нее ехидное лицо. Ну, почему нелегальное? Вот. Держи, и справку тебе выписала. Этим утром пришли. Ты псих. Можешь теперь что угодно делать. У тебя справка есть. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Она сумасшедшая. Ну, реально, какой-то нездоровый взгляд. Ну-ка. Я бы не стал ей доверять. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Что? Монета. Охренеть. Это новые биткоины. В кармане у себя на. Те самые, которые продают. Но она, и короче, походу, решила из нас двойного лоха сделать. Кучу. Помните, истории были? Что люди покупали за 1000 рублей, типа биткоины. Сэм. Он такой. Где народ разводили. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Что, стримить, что ли, будем видеоаппаратуру? Аппаратуру? Да. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и выбрать мою Понятно. Программу. Милая, а как же наша нормальная жизнь? Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Да нормально, вроде вон живете себе. Пока братец просто не объявился. Я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. Приключенческие приключения. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Блин, если вы такие богатые, вы просто могли лежать, пердеть и ничего не делать. По закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камерой. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Сидели, но в плойку бы играли, да, кстати. В крыше Бендикута целыми днями бы рекорды, спидрайн делали бы. Нет, 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 нет. Не будем лишать Джеймсона его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Так, зубы скали. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. По-моему, он никогда не говорит нет. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня ж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж, ладно, тогда новый поучите. Жак, да. Ив Кусто. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Крэш Бендикут. Уже скорость реакции прокачалась. Ну я же не вообще. Могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это... Ладно. Все. И тут мы выяснили, что Дрейк петух. Серьезно, опять? Так, а как вот там... А я не помню управление. Да, блять. Самое отстойное, что тут не на дипаде играешь, чуваки. В это поделье. О, там вторая жизнь. Эй, блять, я упал. А можно бесконечно эту жизнь брать? Такая отстойная камера. Чат. Как от машины бегать, почти.
Только тут управление не на стиках, а на дипаде. Не очень удобное. Камера пососная. Никогда не играл Crash Bandicoot. Не дави меня, камень. Пожалуйста. Так. Ёпта. Платформы какие-то. А что будет, если я не пройду этот уровень? Да, но не издеваются. Тут более интенс геймплей, чем в основной игре, прикиньте. Хардкорни. Да, блядь. Так, это последняя жизнь. Это последняя жизнь. Да, блять, прям полный гай. Не знаю. Best score 3500. Хера, тут можно далеко пройти. Вы что, посуду мыть? Или это сейчас показывает, что сын играет Дрейка на самом деле? Управление отстойное, мне не нравится. Могли бы на стики забить, но это типа отсылка. Чего? Ты должна в Fortnite играть, алло. Во что ты играешь? Ты у них какой-то бракованный ребенок, чуваки. Эпилог. Древность. Да, согласен. Crash Bandicoot TM. Мама Дрейка? Нет, это их дочка, скорее всего. Naughty Dog. Смотри, лицензионный, причем диск. Блин, а какого хера у них Тиана родилась? А где наследник? Крутяк. Нет, я не знаю, что это такое, если честно. The Nameless что-то... Nameless City. Я хер знает. Впервые вижу, если честно. Тоже какая-то налдовая тема. Крутяк. Ты такой же был? Кто? Такой же ребенок? Ничего себе, ты просто флэш. А где ты такого купил себе? Где это таких продают? Так, мам, собака. Пап, вы дома? Ау. Чё-то какой-то бардак, помойка. Это что за дом вообще? А, по-моему, 24 главы должно быть. Еще говорят, что у меня бардак. Вот-вот, я тоже так подумал. Это мы видели, кстати. Прелесть. Свадебные фотки в начале игры. О, вот и бэбик родился. Салливан. Ну, я недоволен, что этот Тян. Сэм тут такой молодой. Я считаю, что должен был родиться мальчик. Это какая-то Life is Strange Тян. Вдруг еще феминистка станет. Вуф-вуф. Никак, кстати, не понимал вот таких ванн, которые так стоят. Мне кажется, тут все вокруг в воде. Да. Вуф-вуф.
Че ты хочешь, песик? Куда ты нас ведешь? Они нас бросили. Бросили. Ну все. Остались одни дома. Пришло время курить. Что у нас тут? У мамы странные вкусы, но это мне нравится. Такая озвучка, кстати, голимая. Да, собака, походу, не впечатлена. Так, что это? Полароид? Ух да. Ты, круто! Нужно еще разок одолжить ее у мамы. Положить. Ну, о чем мы в итоге? Мы кроме альбома ничего интересного не нашли, по сути. Так, пойдем, куда нас пес ведет? Че ты хочешь, пес? Нужно срочно устроить вечеринку. Это тот самый Naughty Dog. Ты жрать, что ли, хочешь, или че? Че ты хочешь? Да вот и вечеринка, кстати. Так у тебя полная миска еды. Больше не просил. Да ладно. Ну ладно. Но больше сегодня не получишь. Ясно? Я же Дрейк, я за свои слова не отвечаю, правильно? А что, больше нельзя еще дать? Не, больше нельзя, к сожалению. Я хотел еще накормить собаку. Мне не жалко, как бы. А можно пописать? А в играх Мистера Кейджа всегда можно было пописать. Так, что? Что в холодильнике у нас? Какая-то здоровая еда сплошная. Яблочко. Почему яблоко в холодильнике хранится? В оригинальной игре, ну, в оригинальном сюжете, помню, у нас яблоко лимон своровал. Так, письмо. Мы сидим в маленьком кафе на оживленной гаванской улице и пьем, пожалуй, лучший эспрессо в моей жизни. Не нужно ничего делать, никто нас не преследует. Странно это, уйти на покой. Хорошо, но странно. Сэм теребит меня. Мол, скажи, пусть к нашему приезду забьет холодильник хорошим пивом. Его слова не мои. А еще он напомнил мне, что ты проиграл спор, причем нам обоим. Мы не курим уже 12 месяцев. А я, между прочим, на Кубе. Представляешь, как тяжело мне тут быть паникой. Скажи девочкам, что мы их любим. Передай Кэсси, чтобы достала нарды и подготовилась. Похоже, Салливан... Это ж Салливан, да, пишет нам? Салливан Армянин. Подготовилась. Я требую реванш. Увидимся через пару недель. Скучаю по всем вам. Ваш друг Виктор. Нарды, да? Да, это Салливан и Сэм. Не помыло, да. И где бухло, кстати, реально? Сказали же, холодильник забить пивом. Где пиво? Может, они теплые, конечно, пиво пьют. Хер его знает. Where is my beer? О. На берегу на каком-то живут. О, hey. Пес побежал. Hey. Убежала. Убежала? Так собака тоже, что ли, сука? Классный день. Все, пришло время утопиться. Ну, где остальной экипаж-то? Нет, утопиться нельзя. Дальше не пускают. Ну, то есть... Может, только штанишки намочить. Что-то куда-то все пропали, реально. Может быть, постапокалипсис наступил, пока мы спали? А куда собака делась? Ты здесь? Хоть второй дом. Здесь их тоже нет. Ладно, тогда просто подожду. А телефонов у вас нет? Я не понимаю. Ух ты. Хорошо очищено.
Похоже на что-то зеленое. Малахит какой-нибудь. Что это? Он разобрался. Где? Окей. Global History. Вот это моя любимая экспедиция. Чего это? Это кто? Это я помню. Тут я всю дорогу тусила с Салли. Хвост трубой, глаза горят. Почему она говорит про себя, хотя на фотках вроде как ее мамаш, или мне кажется так? Хм, окей. Еще не совсем понимаю. Либо они просто так похожи. Что за журнал? Смешные. Это она? Ну, она здесь не похожа на себя. Здесь она старше года на 3, я бы сказал. Если это она. Ну, типа, семейная, короче, у них этот. Охотники, они за сокровищами. О, ключи какие-то. Ключи забыл. Ключи забыл. Ключи забыл. Не выйдет. Ничего не выйдет. Че? Нарния? Ух ты. Че? Я знала. Ну это Эвери. Что это? Ну это Эвери. Это тот крест. Черепок. Как-то жутко. Но круто. Нет, не круто. Положи на место, где лежала. Куда ты положила? Вот тупая девка. Оно не там, оно на полке выше лежало. Испанский дублон. Откуда он? Ну мы знаем откуда. Дневник. Ух ты. Сколько ей лет? Ей лет как будто 12-13, что ли, по внешнему виду. Ого. Это мы все читали уже. Да. Ого. Будто первый раз в этом доме, да. Генри Эвери, Ганг и Савай. Это все мы читали. Вы ищете сокровище Эвери? Что там на фотке? Да ну. Ну это дети, да. Это папа? Папа и Сэм. Все верно. Сик Парвис Магна. Великое начинается с малого. Я не хочу это читать, если честно. Я это уже читал, большинство из этого. А тут что? Нашла это на старой камере, думаю, тебе понравится. Но это мы тоже находили, это с первой части. О, а, они вернулись. Ну-ка, старый Дрейк. Черт. Вот. Они вообще не поменялись. Мы тебя искали. Ты... Ну так, обрюзг немножко. Но жена точно не поменялась. Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Зачем? Мне надо... Пописать. Взять... Что такое, Кэсси? Да видно, что ж там книжка лежит. Не злись. И они сейчас вспомнят, что там сокровища зарыты, их надо забрать. Чё? Чего? Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну вот только фотку с дядей Салли. И с каким-то испанским сокровищем.
и с ружьем. Мамка, ты довольная? Смотрите, там украинский флаг висит слева, чуваки, на двери. Все понятно. Это должно был украинский клад, спрятанный. Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры? Да, манеры. Пардон. Ну что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере, череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Нейт, пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда вы, Сэм. Это было другое дело. Так, слушайте. А, как они бабку убили. Ну да, ну да. Бабку-то они убили. Взрослая, чтобы знать. Взрослая. Нет, ты в Crash Bandicoot-то играешь. Ага, смешно. Мам? Не видно, что Дрейк постарел. Он такой немножко обрюзг, посидел. Так, бабка, ну, сама вообще... сдохла. Нет, они убили бабку. Как-то они заставили ее закурить. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. Как и сейчас начинается. Как я встретил вашу маму? Красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит: оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И между прочим, вы... Она знает, сколько народу батя с мамой завалили. Походу в игре это никак не учитывается. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Стоп, тайм-аут. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка? Так что ли? Ну, да, типа того, да. Брехня! Манеры. Врете. Лучше. Ладно, я слушаю. Почему слово брехня? Чем мне нравится? Нормальное слово. Солнце светит. Лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был, Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты. Это сюжет третьей части, потому что третья часть не проходила полностью. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Но да, это... Лодку взорвала, чтобы не слушать. Какой-то тупой эпилог, если честно. Ну, показали, что у них дочь родилась, что все счастливы. И это действительно конец вора. Ну все, типа Дрейк перестал быть тем, кем он был. По крайней мере, на виду. Да. Ну, мое мнение про режиссер Брюс Стрелли и Нил Дракман. Мое мнение про серию Uncharted не изменилось. Как она была хуёвой, так и осталась, в принципе. Мне не нравится Uncharted. Херня какая-то вообще. В чате там, естественно, вон 12 из 10, 12 из 10, 11 из 10. Манеры. Чемоданы где? Не вижу чемоданов. Мне не нравится. Не знаю, она типа... Она, конечно, не короткая такая, но она, по сути, вся однотипная. Они намешали всего в игре. Прям вот вообще всего. И стелс, и стрельбу, и экшен, и даже драку на шпагах, слэшер, считайте. И, не знаю, и адвенчуру. Короче, все вместе намешали. Не сравнится с Life is Strange? Конечно, не сравнится. Разок пройти... Ну, их же 4 части, прикинь. И все одинаковые, по сути. Ну, то есть, ничем не отличаются. Прокачку забыли. Могли бы, кстати, добавить реально прокачку. Может, это как-то повеселило бы. Стрельба все такая же отстойная. Ну, как и в первой, и второй, и в третьей части. Невозможно, просто никакого удовольствия от стрельбы нет. И то, здесь вроде есть какой-то аим-ассист. Хз. Ну, это, наверное, надо быть консольным фанатом, чтобы тебе такое нравилось. Не знаю, я... А купил 4К, кстати. Ни капли. Ладно, она у меня была в комплекте с консолью на диске. Не знаю.
Я говорю, у меня просто уже предвзятое мнение было. Я до этого играл в Uncharted, и поэтому четвертая такая си. Ну, сюжет, куча клише, штампов вообще, все читается. То есть ничего нового. Такое ощущение, как будто сценарист, даже школа сценаристов, не знаю, не оканчивала. Есть такая школа какая-нибудь? Или университет? Университет. Прям такие шаги в стиле, там, не знаю, то, что бабка сейчас дохнет, бабка дохнет. Там, какая-нибудь люстра упадет, люстра падает и так далее. Ему не интересно, потому что стрипер не тупой. Не, я тупил в паре мест. Там есть некоторые места неочевидные. В конце, например, про загадки, по сути, забыли вообще, не было загадок. В любом театральном драматургическом факультете есть. Ну вот, да, да, я говорю, скорее всего. Ну, видимо, мистер Нил Дракман ничего такого не заканчивал. Он геймдизайнер. Стример слишком умен для Твича. Да, и Индиго от игровой индустрии слишком умный. Ну так, поиграть пойдет, но... Эх. Это же типа эксклюзив, просто все во всяких вот этих, я не знаю, спорах начинают упоминать эти Sony эксклюзивы, а по большому счету все эти эксклюзивы, кроме Bloodborne, лютое говно. Вот Орден этот на 6,5 часов с этими черными полосами. Но это же говно полное. Uncharted 4 еще, кстати, не такое говно. Нормально, я не знаю, я поставил баллов в 6. И это максимальная оценка. God of War не говно? Не, мне не нравится God of War тоже. Не знаю, я говорю, вообще, вот кроме Bloodborne, можете вообще забить, чуваки. Эти эксклюзивы, это... такое... уволен. Да, в чате уже написали, что нужен смайл токсичности. Только в соусы играешь и все, да нет, почему только в соусы? Но вот эти вот главные эксклюзивы... Last of Us — это с предыдущего поколения. Тяжелый дождь понравился? Нет, не считается Heavy Rain. В Heavy Rain есть свои неплохие моменты. Heavy Rain с предыдущего поколения, чуваки, это все порты. Это не в счет. А, ну Детройт, в принципе, неплохой, кстати. Ну, если забыть все минусы. Все минусы игр Кейджа. Детройт, в принципе, норм. Могу засчитать как плюс. В Детройт можно поиграть, залипнуть там на разные прохождения, на разные сюжеты. И так далее. Но Uncharted нет. Нет вообще. А, какой-то там тяночки. В память о тяночке. Until Dawn на стриме можно посмотреть. Не обязательно ради этого консоль покупать. Что там еще из эксклюзивов есть? Которые все упоминают в первую очередь. Да и все, наверное, пожалуй. Не, вот четвертая часть серии и... Ну что в четвертой части изменилось в этом Uncharted'е? Графен лучше стал? Да нет, обычный графен этого поколения, типа... консольный. Я не знаю. Какие-то новые геймплейные фишки? Нет. Они только переняли из Tomb Raider, например, вот этот гвоздь, который втыкается в скалы. Все. Ну, такое ощущение, как будто они реально поиграли в Tomb Raider и оттуда своровали. Horizon? Вот Horizon я еще не играл. Gran Turismo Sport. Я не играю в гонки. Так что... веревка еще появилась. Я не помню, просто была веревка или нет. Я на PS3 играл последний раз. Так что... ну, то есть, по сути, это почти конвейер. Я говорю, им надо было пойти, по-моему, по ветке то, что сделать Uncharted не экшоном таким, с головоломки, а больше уйти в кинцо. Вот кинцо, если мы не берем именно сценарную сюжетную часть... у них хорошо срежиссировано, анимации, реально, как будто вот кино смотришь, качественно сделано. Ну, то есть люди умеют, люди работали. Видимо, много времени потратили, сил и так далее. Кинцо красиво выглядит у них местное. Ну, вот, то есть, кат-сцены, видео-вставки.
Ну, мы не берем, конечно, сюжетные повороты, тупые клише и так далее. Это другой вопрос. Это, то есть, ну, видимо, разные люди этим занимались. Мне кажется, не зря же все шутили постоянно про Uncharted, что это мыльное кинцо за 2300. Раньше 2300 оно стоило. Все понятно, покупаем свечи. Ну, Дрейк тоже, вот видишь, хотел, наверное, свитч на день рождения. Ему подарили компанию целую. Next Ratchet & Clank достойна покупки PS4. Я даже не знаю, что это за игра. Ну, я слышал про нее, естественно. Я не знаю в том смысле, что она себя представляет, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. Забавно у меня получилось совместить их. Короче, в Uncharted... Вот будь это мультиплатформой, я уверен, что эту бы игру все просто обосрали. То есть в ней ничего нет уникального. Там, я еще понимаю, первая, вторая часть. Там, не знаю, в Last of Us какая-то есть интересная история. Ну, плюс-минус необычная. Персонажи. А тут с персонажей жена Дрейка нормальная, разве что, да и все, наверное. Сам Дрейк, это непонятная какая-то субстанция, от которого все ноги вытирают и так далее. Gold DLC, а ты мне его купишь просто, Флэш? Ты так говоришь, Gold DLC. Титры, кстати, долгие, что реально демонстрирует то, что куча людей просто работали над этим Uncharted. Ты же не тупой. Ну, ты что так тупые вопросы задаешь? Как так-то? Как так? Задаешь тупые вопросы, но не тупой. Может, стример ты нам купишь? Может быть, когда-нибудь, да. А чё, годный DLC? Ну, это не DLC, во-первых, а это стендалон игра вообще. Про черную тянку и про другую темную тянку. Это не вопрос? Нет, это вопрос. И неизвестно, какой на него ответ. Sony башляют. Не знаю. Какая интересная оценка на Метакритике. Ну-ка, давайте я посмотрю у этого Uncharted, да, ради интереса. Может быть, я думаю, что он его все так облизали, но на самом деле все его обосрали. Uncharted 4. 93 оценка на Метакритике. Лол, серьезно? Вы наркоманы, что ли? 8,3, 93 это метаскор критиков, а юзерскор 8,3. Ну, то есть, не такой высокий. А у остальных Uncharted'ов, например? Так. У Lost Legacy 8,4, кстати. Ну, вот этого стендалон DLC. Что будет еще после титров? Ну, если вы про игры спрашиваете, то это все. А что будет после титров, я не знаю, я первый раз прохожу. User score у Lost Legacy, у этого аддона, 8,1. У второго Uncharted, например, 96. У третьего 92. Но у них у всех user score на метакритике в районе девятки. Хотя у первого, например, вообще 8 всего. Такое. Чарли Чаплин занял третье место на конкурсе двойников Чарли Чаплина, к слову, о критиках. Смешно. Забавно. Я не знаю, титры не хотят кончаться. Я могу, конечно, попробовать нажать проскипать, но вдруг там мультик показывают секретный. Вдруг там трейлер Last of Us для тех, кто прошел этот Uncharted. Даже все уровни под копирку. Паркур, стрельба, какая-то погоня. И вот так по кругу, короче. Типа, люди, наверное, скажут, а что ты ожидал от Uncharted? Это же Uncharted, что ты ожидал? Космос какого-то или что? Как музыка в игре? Пару треков есть прикольные. Как не зайдешь, вам все мошнит. Так все, игра закончилась, самое время мошнить. И помоить игру. Не понимаешь, чем игра нравится людям? Одна типа, как по мне, да-да, вот вообще. Ну, такое.
Даже когда, если бы она бы сейчас вышла, что, Next будет? Да все, наверное, стрим на сегодня. Дневной же был на 6 часов, чуваки. Я думаю, она подольше. А, и все? И больше ничего нет? И больше ничего нет. Приз получен за прохождение обычный. Призы дают. Приз за прохождение легкий. В глобальном смысле? За прохождение. А в глобальном Red Dead Redemption, наверное, будет следующее. Скорее всего. Первая часть. Я могу, кстати, сейчас запустить, посмотреть вообще, как она работает на стриме. Надо подключить будет все. Дополнение. Облики. Чё? Очки развития какие-то. Еще очки на это надо тратить. Вы серьезно? А что это за костюмы? Для мультиплеера или это просто так посмотреть? Не, естественно, я буду разблокировать не Дрейка. А есть она в пляжном костюме, в купальнике, там, я не знаю. Елена Фишер. Слушайте, а у него фамилия Фишер. Она как-то связана с Сэмом Фишером. Чтобы воспользоваться этим предметом и грузить сохраненную игру, откройте меню бонусы. Че это такое? Че это скины вообще? Надин Росс. Какая некрасивая женщина. Тут туда же персонажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это шесть персонажей на всю игру. И из них новых... это вот эта тянка, я так понимаю, новая. И вот этот чувак, да? Ну, брат его и так был вроде как. Режимы рендеринга. Чё? Чё это такое? Воровское зрение? Это читы, что ли, какие-то? Ебать. 8 бит? Серьезно? Ну, это фильтры, да, разные? Нуар. Яркие цвета, ретро. Чтобы воспользоваться этим предметом, загрузите сохраненную игру и откройте меню бонусы. Комикс. Хм. Комикс получен доступ. Воровское зрение. Ну это реально читы какие-то. Давайте 8 бит посмотрим. Так, модификатор игрового процесса. Зеркальный мир. Чего? Озеркаливание при гибели, замедление, замедленное время, нет притяжения, 8-битный звук, гелий, ксенон, неограниченный боезапас. Читы, да, встроили в игру, смотрите, какие. Так. А, у меня, подождите сейчас. Ну, давайте какую-нибудь главу загрузим. А, не знаю, давайте, допустим, вот эту. Да, я на обычном проходил, судя по всему. Посмотрим, что с модификатором. Шесть персонажей, из них... Так, что, сохраним? Давайте новый сейф. Из них два новых еще машинит, что еще нужно. Да, охерел вообще. Каких-то интересных персонажей. Звук 8 бит тоже давай. Очки мои, вообще-то. Может, я не хочу очки тратить. Может, я хочу на что-то другое. Еще посмотрим. По второму кругу 8 бит. Чтобы блевануть. Долгая загрузка. Так. Бонусы. Облики. А ну да, можно реально скины менять. При смене костюма модификатор придется перезагрузить контрольную точку. Ну окей, допустим. Но, по-моему, в этом моменте все равно нашей жены нет. Оружие можно какое-то разблокировать. Лол. Так, комикс. Ну это просто пресеты, по сути, да? Что там по спутнику? Мама, смотри, я Borderlands почти. Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала.
А знаете, что не зависит от сигнала? Так, ну что-то не особо. Life is Strange 8 бит. Ебать. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Браво, браво. Ну тогда поехали. Ладно. Звук, кстати, тоже модифицируется. 4. Пиздец. Срили. А что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, не, если отодвинуться, чуваки, то норм, да, наверное? Так, ладно. А че я еще открывал? Ну я вроде ничего особо не открывал. Воровское зрение, вот. Слушай, за Эвери охотились все. Неоновые. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. Далеко отодвигаться придется. Прямо на вулкане. Бывает. Так, а че еще есть? Можно прямо отсюда открывать. Мозаика. Негатив. Загробный мир. Какой-то отстой. Пыль. Три цвета. Радужная страна. Капо Прайд. Хочется верить. Ёпте. Ну, это довольно концептуальненько, я считаю. Выглядит как... Выглядит как... Как типичная инди-игра какая-то. Пойду гляну. Плюс класс. Мозаику сейчас посмотрим. Пиздец, конечно. Так. Ой-ой-ой, господи. Вот это реально плохо очень. Мне что-то плохо сейчас станет. Здесь смотреть не нужно. Жесть какой. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. А где осы? Это все символы из осы, если что. Присмотритесь, это все циферки. С нашей ты удачи. Нулевые, он потух. Так, ладно, я долго это смотреть не могу. Сейчас. Че еще есть из забавного? Черно-белый, синий-оранжевый, классика. А классика типа чем отличается? Огненный ад. Поверь, я первым делом... Ну, что-то не особо, да. Просто все красное. Отстой какой-то. Ретро, теплые тона. Ну, негатив, вот еще можно посмотреть. Поверить, ты искал? В интернете? Больше ничего нет интересного, да, такое все. Скины можно менять еще. Вот модификатор игрового процесса есть. Бесконечные патроны. Смешных скинов даже нет для персонажей каких-то рофильных. Вот в том же резике пятом я помню, были смешные скины разные. Go Noir, ну давайте посмотрим. Все. Ну это черно-белое будет, типа, ну, господи, чуваки, это отстой полный. Ну, говнище какое-то. Самое прикольное в итоге комикс, да? Ну такой. Забавно получается. Что еще есть? Зеркальный мир. Ну, он просто отражает все. Типа, у нас теперь праворульная машина. Или нет? Или у нас и так была праворульная? Отстой какой-то. Остеркание при гибели, замедление. Короче, вы поняли, как бы. Нет, не вернуться. Выход в главное меню. Даже лицо отличается. Ну да, не зря он 5 очков стоит. Че еще есть? Какое-то выживание, коллективная игра, дневник, титры, бонусы. Так, ладно. Можно вырубать. Можно вырубать. Давайте небольшая пауза. Я подключу бокс. Посмотрим, как он работает именно на стриме. Нормально будет работать или нет.
пока музыка, чуваки. Так, я подрубил вроде бокс. Забавная надпись. Как-то так выглядит Red Dead Redemption. Сейчас. Обновить. Обновился, интересно, на стриме. Я не знаю, кто такой Платов, чуваки, если честно. Одиночная игра. Undead Nightmare. Это, видимо, мой старый сейв еще, в который я играл. Стримеры дали прескопи раньше всех и разрешили стримить. Первой части, да. Все верно. Но я не буду сейчас стримить, я просто так посмотреть потом, как на стриме выглядит. Выжившие Армадилла умерли. Это причем, видимо, DLC-контент. Боевой конь заблокирован, эта лошадь сильнее выносливее, чем остальные, кроме самых редких диких жеребцов. Графен, а выдумали. Нормально выглядит? Ну так, да, сойдет на стриме, наверное. Чекпоинт. Какое здесь управление-то? Я и не помню его уже вообще. Так, X это прыжок. Ну-ка, открывайся. Какая кнопка открытия? Как открыть ворота? Там тут и есть. Там зомбаки, кажись. Так, ну давайте начнем сюжетку новую, ради интереса просто.
Уверен, что хотите начать новую игру, любое неспасенное. Туда некоторый перевод промптовский, если что. Блин, это Undead Nightmare, что сейчас начнется сюжет или что? Как же Xbox шумит громко. Это Undead Nightmare. John Marston has... Да. А как начать основную сюжетку именно? Не Undead Nightmare. Убей дядю, избавь его от страданий. What's wrong with you? You brought this on yourself. Так, ладно, это спойлеры как бы. Типа, мне нужно вставить другой диск. У меня сейчас Undead Nightmare вставлен, или чё? Новую игру Кошмар мертвецов, ну, видимо, да. Ну, короче, работает, да, все в принципе. Надо только разобраться, как начать оригинал, а не то, что сейчас. Ну, допустим, главное меню. Да, наверное, надо ставить первый диск. Ща. Так, надо закрыть эту игру. Блин, я уже 100 лет не включал Xbox. Консоль вырубилась, да? Нойс. Я даже не могу понять, может это, кстати, не сам Xbox шумит, а блок питания огроменный, который рядом с ним. Ща. А, чё? Откройся, сим-сим. Диски. Дзинк. Да. Иногда еще у меня глючит и не распознает диски. Я хожу, с чем это связано. Может, он старый уже просто. У тебя чайник так пищит? Ну, я поздравляю, у тебя чайник со звуком замечательным. У меня чайник просто пищит, пиликает, по-моему. Противно достаточно. Сейчас загрузится. Да, видимо, чтобы играть в оригинал, нужно первый диск вставлять, чтобы второй... Ну, в дополнение надо второй диск. Нормально. Многократная одиночная игра сохранения игры. Пожалуйста, выберите, какое устройство вы хотели бы использовать. Ну, жесткий диск. У тебя аналоговый чайник? Ты из этих? Из олдов, которые используют обычный чайник на плитке? Жутко неудобно же. Следить за ним надо. Игра, если что, на жесткий диск установлена. То есть это еще ускоренные загрузки. Что происходит? Ну это какой-то мой сейф. Вонючая шлюха. Блин, как здесь ругаются. Так, а какая кнопка здесь бега? Так, окей, нас не это интересует. Давайте начнем просто новую игру. Да-да. А то опять спойлеры. Исход в Америку. Ну, побег, наверное, на самом деле, да, не исход. Та-да-да-да-да-да.
Эрдера не понравился? Да, да. Я слышал, многие люди так об этом писали, что им Эрдер не понравился. Вроде норм выглядит, в принципе. Ну, не так галимо, да? Невиданно курение приносит пользу. На обратке Хуана выходила. В меню даже есть кнопка запустить, ну, играть на Хуане, типа. Rockstar Games представляет. Правда, игра идет как будто не, даже не в 30 FPS, я хз. Rockstar San Diego. Эрдер впервые проходишь? Не, я проходил без стрима просто. Давно уже. Red Dead Redemption. Пока никто и слова не сказал. Благодарен Бушу. Благодарен. Ну понятно, здесь перевод какой будет, если что. Все поняли. Так, ладно, это мы потом посмотрим все. Ролики. Когда будем нормально проходить. Иди в салун. Так, пострелять мы не можем? Ладно, да, главное потестить, что как со звуком будет. Вроде со звуком норм. Про два перевода? Да. Для бега удерживай A, в спринте быстро нажимай A. Ничего себе. Вернись в салон. Иди в салон. Блин, прям игра хочет, чтобы я в салон шел. Да, нормальный перевод, не промптовский, ну как бы такой исправленный, он только на PS3, на взломанный PS3, естественно. Сидит чувак. Ну ладно, чуваки, я просто так чисто потестить и как бы заанонсить следующую игру на стриме, скорее всего, если все окей будет. И там... не появится желание во что-то другое поиграть, или может там что-то вышло внезапно, что я пропустил, и можно было бы поиграть. Наверное, до второй части будет RDR. Да. Посмотрим, как пойдет. Давайте тогда спокойной ночи, увидимся. Спасибо, что заходили. Uncharted смотрели. Uncharted пройден. В принципе, я все сказал про Uncharted уже и так. Все. Спокойной ночи. Спать идет. Веселую ночь, кто не спит. Давайте увидимся. Счастливо, чуваки.